пространства, причем не только географического. Мы видим, что сегодня... Мы против того, чтобы произошла передача Курильских островов из колыбели русской земли, еще идущие с императорской России, под японское управление. Мы против этого категорически. Это наша земля. И вопрос, конечно, не к власти. Мы оценку давали. Потому что если мы отдадим Курилу и покажем свою слабость хотя бы немножко, то все остальные страны также потребуют пересмотра Великой Отечественной войны. Также можно будет потом отдавать Карелию. Также можно потом будет отдавать Калининград. И все те земли, то, что мы завоевали в ходе Отечественной войны. Вот наше право на эти острова. О том, что нам якобы нужен мирный договор с Японией. Целый день мою. Иностранка в исполнении духового оркестра. Это все по-японски.